Берем трафарет с красивой бабочкой. И приклеим, так как мы здесь все протерли, у нас здесь все чистенько. И приклеим бабочку вот сюда. Так, клей мы будем раз использовать разные цвета, значит, будем и клей разные использовать. Так, какими цветами будем делать? Ну, синенькую, красненькую, чтобы была, наверное. Так, давайте с края сделаем синенькую. Когда контур есть, всегда красивее. Блин, подлезть неудобно. Это клей идет сейчас? Да. Хорошенечко покрашиваем все, где нам надо. Синенькую, красненькую и какой-нибудь светленький, да? Угу. Светленькие середочки сделаем, потому что самые такие темные места надо по краям делать, чтобы она не была совсем такая. А как часто делают? Постоянно. Нет, я имею в виду через месяц, через два. А, она держится так же, как и бикини? Да нет, не тату, а этот. Что? Шугаринг. 3 недели бикини подмышки. 3 недели? Да. А все остальное 1,5 месяца, ну 5 недель. Там медленнее растет. Все растет медленнее. Так, дальше что мы сделаем? А давайте так по очереди мы будем делать, наверное, чтобы было почище работать. Тут сделаем синенький. И здесь тоже можем синенький сделать. Так, беру синий. Видно? Угу. Синий. И прям по нему. Нежелательно, конечно, провозить. Но когда тут чуть-чуть присыпано, можно. Мы вообще наметаем. Я вообще отклеиваю обычно. Но тут у нас, так как многослойный рисунок, мы его не будем отклеивать. Просто сметем лишнее для другого клея. Так, дальше. Сразу закрываем обязательно. Какой-нибудь зелененький, наверное, да? Да, тоже можно. Либо вот такой бирюзовый. Уже посильнее. Кисточку слегка протираем. А, клей сначала мы, да? Блин, что-то липкое здесь все. Убираем лишнее, чтобы на клей не попало, самое главное. Потом, если что, можно добавить немножко. Здесь мы сделаем зеленый, тоже можно, в принципе, и черный. А можно и прозрачный. Потому что на прозрачном клее не видно, где ты там провел или не провел. Тоже можно что-нибудь светленькое. И эти сделаем тоже. Когда одним цветом делается рисунок, то, конечно, проще. Раз-раз засыпал бы быстро. А когда много, ты тут уже художеством занимаешься. Ну да. Клей тоже сразу закрываем, потому что он... Так, это я намазала. Он может засохнуть и стать более резиновым. Вот такой зелененький. Там еще какой-то другой зеленый. Все-таки можем, а красненький мы еще не делаем, да? Угу. Вот тут еще добавим такой зеленый. Не знаю, что это, то крыло, что ли, другое. У нас вот такой получился. Ладно. Красненький можно красным клеем. Убираем лишние блестки. На красном он будет более ярче смотреть красным. И даже если блестки сотрутся, сам рисунок будет, клей еще будет держаться. В крайнем случае можно стереть спиртом рисунок. Водой не смывается, можете мыться, ну шоркать нежелательно, просто кусочек этот, например. Так, золотистый там какой-то, нет, не черный, а красный тоже. Сейчас по ходу, короче, мы все придумаем, чтобы красоте была. Как
что золотой сюда, да? Давайте, да, давайте, золото, золото. Угу. Здесь совсем золотой, но бледный. Ну, чтобы яркий рисунок. Ну что, наоборот. Бабочки просто... должны быть быстрые. Да. Бабочки, они разноцветные. Так, теперь. Все лишнее за борт. Угу. Снимаем. Ну, красивая какая бабочка, конечно. Переходики будут. Можно эмбре делать, можно как угодно делать. Так, еще раз смотрим.